С начала года в Алматинской области привлечены к административной ответственности 477 домашних дебоширов. Более 1700 нарушителей получили защитные предписания. Об этом на брифинге рассказали сотрудники департамента полиции и прокуратуры Алматинской области. По словам правоохранителей, данная статистика повторяется ежегодно. Каждый год регистрируется более 500 случаев конфликта в семейно-бытовых отношениях. Граждане, применившие силу в отношении своего партнера, привлекались к административной ответственности. Напомним, что 11 апреля текущего года президентом страны Касым-Жомартом Токаевым был подписан закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Данный законопроект о криминализации семейно-бытового насилия уже вступил в силу 16 июня текущего года. Согласно поправкам, статьи о побоях и умышленном причинении вреда здоровью перешли в Уголовный кодекс. В законодательство внесено 15 поправок. Это 8 кодексов и 7 иных законодательных актов в сфере противодействия семейно-бытовому насилию. Также закон предусматривает усиление ответственности за педофилию и убийство малолетних. Если раньше в законе предусматривалась ответственность в виде 20 лет лишения свободы, то теперь этого альтернативного наказания не будет. В целом будет применяться только пожизненное лишение свободы. Если бытовое насилие, наказание неизбежно. Кроме того, исключена норма, которая раньше позволяла примирить стороны. То есть теперь примирение сторон по бытовому насилию, применение насилия в отношении несовершеннолетних не допускается.